Ну что, доброе утро. Доброе утро. У нас сегодня выходной. Мы никуда не спешим. Отдыхаем, да? Угу. Пока все спят у нас. Да. Василиса с мамой. Мира у нас. Голодных нас не оставит голодными. И что ты нам сделаешь, Мира, сегодня? Сырники. Свои любимые, да? Да. Сырнички. Ну давай, что, приступай. Готовки. Давай, Мируль, рассказывай, что тебе понадобится? Одно яйцо. Одно яйцо, манки. Три-четыре ложки. Угу. Вот, мы добавляем ванильный сахар, можно еще что-нибудь добавить. Угу. Еще, короче, четыре пачки творога, можно меньше, можно больше. Одна щепотка соли и изюм. Изюм, да. Так, прежде чем что-то начать, да? Вот, пока мы все делаем, мы замочим изюм, давай, аккуратненько. Теплой водой. Чтобы быстрее замочился. Да, давай чайники пока уберу. Дальше с чего ты начинаешь у нас? Начинаем с... Манка, да? Сколько там получается у нас? 3-4 ложки. 3-4 ложки. Ну, таких, наверное, 4. Угу. А для чего это все нужно так вообще? Ну, это вот... Надо, чтобы как бы скрепить. Склеивать, да? Массу. И вообще можно и без яйца. Мы как-то раз делали у нас у мамы на канале сырники без яйца. И без рук. Без топоренка. Построена избенка. Да? Набухнуть? Да. Угу. Как почки на деревьях, да? За окном у нас все время такая тихая-тихая осень. Да? Что, манка набухла? Да, набухла. Да, это сколько прошло у нас? Минутка, да, где-то? Буквально. Минутка, две. Ну, чтобы побольше набухло, можно побольше. Можно подольше. Но Мира уже голодненькая, да? Ну. Поэтому ждать некогда нам. Так. Манка не нужна больше? Нет. Давай я тогда уберу, да, чтобы места много не занимало. А жарить тоже сама будешь? Нет, жарить не умею. Не умеешь? Нет. Тогда сейчас научимся.
Так, и последняя у нас пачечка осталась творога. Угу. Давай загадки тебе пока буду загадывать. В воде родится, а воды боится. Соль. Соль? Молодец. Ага. Так, рабочий стол у нас тут протирается, а то там творог накапал, да? Угу. Конденсатом в пачках. Так, сейчас я это все как замесю. От какого мультика, знаешь? Mm-mm. Не знаешь? Может, из этого, из Иван, ой, как там? No. Ну, в 39-м царстве. Вовка. Вовка в 39-м царстве. В 39-м царстве, да. Там тогда сначала попросил двоих из ларца с одинаковых с лица, они все перепутали. Он такой, придется самому. Потом он там в тесто когда вляпался. Сейчас я это все как замесю. А печка ему потом что сказала? Самый спек, самый кушай. Когда он и так сойдет, прям с ведром запихнул туда ногой в печку. Помнишь? Mm-hmm. Так, значит, мы... Перемешали. Ну, не мы, а мир, конечно, да. Все перья. Мешали. Перья мешали. Мешали перья. Дальше что? Ты почетче уж рассказывай нам, мы не слышим. Ванильный сахар. Так, ванильный сахар добавляем. С полкило, да? Нет. 8 грамм. Перемешиваем. Давай, давай, меси. А щепотку соли когда? Перемешаем, добавим, да? Понятно. Потом изюм. Угу. Ехал грек через реку. Видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку в реку цапнул. Твоих щепоток? Две. А мою половинку. Дальше перемешиваем, да, опять? Да. И по сути осталось у нас изюм. Изюмчик добавим. Ничего сложного, да? Ничего сложного. Это что в пакете? У тебя тут мир все стоит, стоит, а оно что-то... Это рисовая мука, это чтобы сырники не как бы лепить. А, обвалять, да? Да. Угу. Для обвалки сырников. Рисовая мука. Мукой можно любую, она просто рисовая. Да. У нас всегда разная. Мука. Как много значений. Все, перемешали. Готово? Надо воду слить, наверное, да? Да. С водой же не будем добавлять? Нет, не будем. Как сливать? Кто там идет? Заходите, мадам. Доброе утречко. Доброе. Ты проснулась уже, что ли, да? Пупсик. Вот еще спит она у нас, еще спит. Так, мир воду слила у нас.
Дальше сейчас все подсушит. О, нет. Схема между салфетками, да? И продолжаем месить, да? Сначала немножко вилкой перемешиваем, потом ложкой, потом начинаем месить. Еще раз, как делаем? Сначала мы немножко перемешиваем вилкой, потом, чтобы все хорошо перемешалось, и манка тоже. Перемешиваем ложкой, потом начинаем лепить. Вкусно? Угу. Я же не знаю, что крошечка ко мне упала после твоего мешания. Сидит дед. Пастушу подет, мир. Лук или капуста. Да. Сидит девица в темнице. А коса на улице. Морковка. Да. Ну, что-нибудь нам загадай, Васян, тоже. Никого не обижает, а ее все толкают. Никого не обижает, а ее все толкают, мир. Дверь. Молодец, правильно. А еще какой-нибудь Васян? Про пальчики, ну-ка. Оближешь. Нет? У двух матерей по пять сыновей. У двух матерей по пять сыновей. Пальцы на обоих руках. На обеих. Ой, на обеих. Да. Молодец, Василиса, какие у тебя интересные загадки. Ну-ка еще нам какой-нибудь с бацей. Ой, я тоже классные загадки знаю. Знаешь, давай. Ну, правда, я их, наверное, уже говорила, ну ладно. Сейчас. Посередине Лондона. Посередине Лондона? Биг Бен, что? Буква О? Вообще нету там О. А какая Д? Д, буква Д посередине Лондона, понятно? Давай, Васян, поехали. Давай. В воде родится, а воды боится. Ну, это мы уже догадывали, мы говорили соль. Mm-mm. А как? Стрекоза или червяк? Понятно. Тоже неплохо. Базару зиро. Что-то умылась? Или еще нет? Ну, иди умойся, изи. Мир тем временем. Тарелочка. Сейчас достану. Так, тарелочку достали. Умылась? Да. Молодец. Сейчас Мира приступит к лепке сырников, а Васян нам что-нибудь споет, да? Своей музыке любимой. Давай, Мир, лепи один какой-нибудь уже. Поглядим, как это тут делается-то. Так, все, дело. Берем. Сначала лепим комок. Комок, да? Там руки обваливаешь, что ли, да, еще? Угу. Потом мы его превращаем в лепешечку. Так. Потом мы делаем его руками вот так, чтобы у него была более ровная форма. Ага. Потом сплющиваем немножко и так с обеих сторон. Угу. Муки.
знать. Чик. Угу. Так, мир продолжает лепить. Ну что, Вася, вчера ходила? Куда у нас ты ходила? Вчера на лепку ходил, да? Да. Лепили вы там. Вчера не рисовали, а лепили. Сейчас покажу, что я сделала. Сейчас показывают, что сделала. Мы делали улитку, и если мы успели слепить улитку, и у нас еще осталось время, мы лепили гусеничку. Ой, красиво как. Здорово. Очень красиво. Тебе помогали? Нет, ты только все... листик чуть-чуть совсем. Листик чуть-чуть, да? А все остальное сама ты, да? Да. Какая ты молодец. Усики тоже сама, язычок сама. Здорово. Как назвала ты хоть? Розовый горошек, желтый горошек. Ничего прикольного. Да. Молодец. Очень красиво. Да. О, какие, Вася, да, получились у нас там? Да. Сидят, она арбузики. А там охотница за ними идет какая-то. Уже пятый заход у нее идет за утро. Голодная. Ну что там за песенка? Выучили еще. Готова? Да. Ну давай. Давай. Наш новый паровозик собрался в дальний путь. Совсем ему не трудно вагончики тянуть. Он бодрый и веселый, спешит скорее в поход. Девчонок и мальчишек торопится везет. Чух-тук-тук, чух-тук-тук, как красиво все вокруг. Чух-тук-тук, чух-тук-тук. Справа лес, а слева луг. Ну все, давай пока на одном куплетике с утра остановимся. Потом, если что, еще всю споем, да, остальное? Mm-hmm. Очень классно, ты молодец. Давай. Здорово. Тем временем у нас третий сырник на подходе. Спецзадание, наверное, Василисе дадим. Вася, тебе спецзадание. Mm-hmm. Самое сложное. Угадай, какое. Ну давай угадай, попробуй. Самое сложное спецзадание по утрам. Ты знаешь, Мир? Mm-mm. Нет? Забрать кровать? Нет. Не знаю. Ну самое сложное спецзадание утреннее наше. Mm-mm. Ну? Зарядка? Нет. Ну тогда не знаю. Ну сырники-то вы как хотите доготовить до конца? А кто будет жарить? Как думаешь? Кто жарит сырники у вас? Обычно. Мама. Так. А мама что делает? Спит. Значит, самое сложное спецзадание какое? Жарить. А ты, Мир, как думаешь? Жарить. Нет. Разбудить маму! Да. Разбудить маму. Самое сложное спецзадание, Васян. Забыли? Да, маму очень сложно разбудить. Она вообще как мишка спит. Да? Как Бурочка, да? Не просыпается. Как медведь. Кстати, я не понимаю, почему говорят спит как Бурка? Если спит как Бурка, это спать-то вообще ни при чем. Я не понимаю, в чем смысл. Ну, у нас русский язык богатый. Там порой такие эти, как выражения, что вообще там не понятно. Вот, допустим, там начался сыр-бор, да? Uh-huh. Вот сыр-бор, на самом деле, тоже многие не знают, как бы это вообще про, говорится, ну, про дровосеков, грубо говоря, да, там, когда лес, то есть, да, сосновый бор там был сырой, как бы, и вот оттуда все вот это идет, знаешь. А вообще не про сыр тут речь-то, как бы, знаешь, поэтому... Или не про что-то сырое. Не, про сырой лес, да. Ну что, Васян, иди. Спецагент Василиса выдвигается. У меня еще одно есть к тебе, этот.
Пожалуйста, замнешь мне рукава немножко. Благодарю. И другой тоже, пожалуйста. Благодарю. Да, они налепили тебе. Только осталось тебе пожарить. Сейчас. Чух-тук-тук. Чух-тук-тук. Справа лес, а слева лук. Нет. Okay. Наш новый паровоз. Нет, я здесь сначала говорил. Я так понял. Ну что ж, мир у нас тем временем заканчивать почти. Тут уже лепить. Сейчас маму дождемся. И будет мама жарить. Все, теперь уже встречаемся все. До встречи на танцполе. Дальше. Каждый играет роли. Васенка у нас решил немножко размяться тут, да? С утречка. Да, да, вот эту зарядочку. Зарядочку. Легкую. Отец. От кошечки. Я тебе сделаю. Не, давай так. Я со слева вы один. Я конечный. Ты пап с чем? Я с чайком. Знакомки мои. Можно. Приятного аппетита. Спасибо. Вот такие вот у нас получились, да, Мирон? Угу. Налепила сырничка. Вкусно, Васян? Очень. Прекрасно. Мне тут валентинки какие-то делает. Нет? Нет. А что? Просто. Сейчас гулять скоро пойдем. Угу. Погода классная. Пойдем с листьями фотографироваться осенними. Фотосессия. Такая красота у меня тут от Миры изготовила мне. Красотища. А самая фишка. Мир выделилась. Все в красном, да? Мира нет. Только что был из листьев ураган. Листопад. Нет, из листьев ураган. Пойдем пофотографируемся немножечко. Меня достали. Нет. Ты все меня достали. Ты меня достала. Я тебя достала. Ты меня достала. Иди, хватит там зубы-то пыжить. Отстань! Только крокодилы.
красивые глазки. Нет, это я выпучила иногда. Открой глаза. Тебе говоришь открой, ты еще больше закрываешь. Просто так, можешь рот открыл. Удивительно, удивленное лицо, можешь сделать? Губки там, уточкой какой-нибудь сладкий. Ты же так само умеешь, такой. Иногда вот так же делаешь. Ну-ка сделай так. Не, не надо так, просто так. Ну сделай такое вот. Не хотит. Посёмки как венты вылезли. Напыжилась тут. Так, Васян, давай по очереди я вас сфоткаю. Давай, отходи от дерева. Что, на нем ездил куда-то, что ли? А? На нем ездила, что ли? Куда? Сына моей больницы. Салют. А? Гостиницу салют, да. Ты вообще убери эту улыбку. Просто спокойно. Да, и глаза нормально сделай просто. Потому что там чаще зубы вот эти передние уже вылазят. А голову вперед? На меня чуть-чуть. И они торчат, вот эти, которые выпасть должны скоро. Глаза выпучи. Нет. Ну ты же выпучиваешь иногда. Когда вот так вот. Васёна! Да! Сегодня у нас побольше делегации, чуть-чуть. Васёна у нас присоединилась. Сейчас будет помирать там на дистанции. Да, Васёнка? Нет. Как нет? Откуда у тебя сил столько? Розовая шапка у нас будет и белая шапка. Вот так, Васёнка, да? Только через работу, через тренировки легко бежится, а так тяжело, да? Да? Вот. Раньше чаще бегали тебе, легче бегалось, конечно же, потому что какой бы ни был сильный человек, спортсмен. Все только через тренировки. Мира у нас усвистала. Где ласточки, Вася? Где? Да какие-то ласточки, это чайка на две вороны. Ласточки. Так, Васёнка сегодня 2 километра будет. Сейчас добежим. И достаточно. Уже тяжело, да? Теперь надо потихонечку. Фу, пришлось скорее сделать небольшой, чтобы мир догнать. Васёна разминается там осталось. Что ты как? Игорь болит, потому что я сразу... Мягко бежишь, мягко да? Мягко бежать, а не как раньше. Да, Игорь забивает сразу. Ну все, Васёну захватили на последний круг.
что ж, друзья, всем спасибо. Знаю, что сейчас всем непросто. Даже в эмоциональном плане, потому что все чего-то ждут, пока нет какой-то конкретики, нет понимания, да, что вообще происходит у нас. Поэтому это и сложно, да, когда ты чего-то ждешь, а чего не знаешь. Вот, поэтому спасибо за внимание. Знаю, что сейчас не до спорта многим, не до других каких-то развлечений. У многих родственники, знакомые уже мобилизованы. Поэтому ждем, надеемся на лучшее, что застанем мы светлый мир, да, в котором будем все, абсолютно все жить спокойно, комфортно и счастливо. Вот, всем спасибо. Поддержка канала, оставлю реквизиты в описании, закреплю в комментариях. Если есть возможность, то всегда спасибо. Пока.